Что это? Мне... А, ясно. Это он. Это тот самый ролик. Это тот самый фанфик. Было всего 9 лет. Я так сильно любил Шрека. У меня были все его фильмы и игрушки. Я молился Шреку перед тем, как ложиться спать. Какой пиздец. Я благодарил его за жизнь, которую он мне подарил. Шрек — это любовь, сказал я. Шрек — это жизнь. Мой... По-моему, это что-то из протестантских проповедей. Отец услышал меня и назвал педиком. Я знал, что он завидует моей преданности Шреку. Я назвал его Мандой. Он... Какой пиздец. Ударил меня и сказал, чтобы я ложился спать. Я плакал. Мне было больно. Я лежал в кровати. Было очень холодно. Вдруг ко мне стало приближаться тепло. Я почувствовал прикосновение. Это Шрек. Я был так счастлив. Он прошептал мне. Это мое болото. Он схватил меня своими сильными руками и поставил раком. Я был готов. Я раздвинул свои ягодички для Шрека. Он проник в мою задницу. Было очень больно, но я делал это для Шрека. Я чувствовал, как мой зад разрывался и из глаз потекли. Это полный пиздец. Человек, который это придумал, он ебанут. Были слезы. Я почувствовал всю его силу. Я хотел угодить Шреку. Он могущественно рычал. Он наполнил мой зад любовью. Мой отец зашел в комнату. Шрек взглянул ему прямо в глаза и сказал: «Это все Огр». Это все Огр. Ай, блин. Если кому надо, ссылочку в конфу скинуть свою какую-нибудь. Или какие-нибудь. Или или с друзьями поделиться. Это просто пиздец. Крайне правая мечта. Да. Шрек вылетел из моего окна. Шрек — это любовь. Шрек — это жизнь. Ну, я вот это первый раз вижу. Я понимаю, что это не свежий ролик, но я это вижу первый раз. Пиздец. Шрек — это жизнь.